Книга «Открытым оком». Тема «Священство», том 14, вопрос 2892. Если во время хиротонии во священника узнаем, что ему 22 года вместо положенных канонически 30, то нужно ли петь со всеми ему «Аксиос»? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Аксиос достоин, поется тому, кто воистину достоин. Но если под венцом стоит девочка на 8 лет моложе узаконенных лет для бракосочетания, то ты не только не должен петь «Исаия, ликуй», а попросить Исаию, чтобы прекратил это нарушение устава. Анаксиос нужно было выкрикнуть громко. И когда спросят, почему так кричал, то объяснить безумие тех, кто делает вопреки закона поставление малыша во священники. Пророк Даниил 13:45-48. И когда она введена была на смерть, возбудил Бог Святой Дух молодого юноши по имени Даниила, и он закричал громким голосом: «Чист я от крови ее!» Тогда обратился к нему весь народ и сказал: «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда он, став посреди них, сказал: «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля?» Тогда и прочти беззаконникам. Шестой Вселенский собор, 14 правило. Правило святых и богоносных отец наших, да соблюдается и всем. Дабы во пресвитера прежде 30 лет не рукополагать, если бы человек и весьма достоин был, но отлагать до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос тридесятое лето крестился и начал учить. Подобно и диакон прежде 25 лет, и диакониса прежде 40 лет, да не поставляется. И по диакон да поставляется не прежде 20 лет возраста. Если же кто, в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Никогда не участвуй в беззаконии, но и обличи безумных. Исаия 44:11. Все участвующие в этом будут постыжены. 1 Петра 4:4. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Иуда 1:23. А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая сквернена плотью. Ефесянам 5:11. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Святейшее невежество стоит, дым напускает из своей гортани, устроить хочет для студентов скит, монастыри для танек хоть местами. Рождаемость, мол, падает, маячит катастрофа, и в наркомании подростки захлебнулись. Но нет ни слова о Христе, Голгофе, сленг речи, как по-умному обжулить. Какие-то традиции и корни, содружество с властями очень кстати. Прости за выражение, ахинею порет, жаль, что вранье Исаия не осадит. Размеренно и чинно падают слова, мертвящая, жестокая неправда. На это слушателям легче наплевать, чем встать с оратором, сказав: «Мы очень рады».
Пусть тешится, жреет воронье, на всех хватает жирных и безбожных. Гоморру выжжет Бог, осолится огнем, протравит радиацией всем кожу. Где нет рождения свыше и Христа, где Дух Святой отвергнут и не принят, спасенье там не может и мерцать, льет пустословие под патриаршим гримом. Слова их бред и кукольный театр, не согласованный ни с Библией, ни с Богом. Под куколем трясущийся пескарь, хотя на нем с амурчиками тога. Бог Иегова меч уже занес, и проклят покусившийся его сдержать. Не умирает червь, предрек Иисус Христос, огонь неугасимый для церковных жаб. Не покусись нечестие пресечь, своими силами и мудростью плотскою Христа не принявших грызет гиенский червь, горящим нет прохлады и покоя. 1 декабря 2005 год. Игнатий Лапкин.